Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Три пути оптимизации. Мэрия представила прообраз новой транспортной схемы Рязани. Сохраняя самоконтроль, побеждать стрелку из Рязани не мешает даже отсутствие правой руки. Покровитель воинства. В Рязань везут мощи Георгия Победоносца. Сегодня рязанская мэрия представила новую транспортную схему города. Изменения назрели давным-давно. Пока что это научно-исследовательская работа, своеобразная модель, у которой есть три сценария развития. О том, как сложно уехать с нужной остановки в нужное время, не понаслышке знает большой процент рязанцев, которые предпочитают общественный транспорт личному. Проблема, причин у которой много. Исследованием вопроса в течение последнего года занималась группа специалистов по поручению администрации города. На основании большой исследовательской аналитической работы подрядчик представил проект возможной транспортной реформы в городе. Часть пунктов уже воплощается. Вы сами видите на улицах обновление транспортного состава при поддержке правительства Рязанской области. Эти вещи мы реализовываем. Также было сказано о внедренных выделенных полосах. Это работа ни одного дня, ни одного года, о чем тоже было сказано. Нужно это понимать. Это очень сильно в том числе связано с финансированием реализации данного проекта. За время работы специалистам удалось вычленить ряд основных проблем. Недостаточное количество и вместимость подвижного состава порождает несоответствие провозной способности пассажиропотока, несоблюдение расписания, в основном связанное с организацией дорожного движения, несоблюдение перевозчиками обязательств и сокращение выхода подвижного состава на линию, а также высокая дублированность маршрутов. В рамках сценария 1 предложена отмена 6 маршрутов и корректировка трассировок 8 маршрутов, сохранение 37 маршрутов. Стоит обратить внимание, да, что на сегодняшний день есть ряд маршрутов, которые являются социальными, которые не могут быть скорректированы ввиду того, что они обязательно должны существовать. Администрация города Рязани участвовала в данном проекте и, соответственно, получали дополнительно подвижной состав на непосредственно маршрут. И после оптимизации мы должны понимать, что мы не ухудшили ситуацию, а наоборот улучшили качество транспортного обслуживания. Соответственно, на данном слайде как раз представлена информация, каким образом каждый район будет выезжать, на каком маршруте и каком количестве подвижного состава и, соответственно, какой класс подвижного состава будет использован. Разработчик подчеркнула, что грядущая оптимизация станет возможной лишь при обеспечении удобного расписания, чтобы пассажиры могли сделать пересадку с гарантией, без длительного ожидания. В рамках реформации запланировано немало мероприятий по улучшению дорожной сети, внедрению умных остановок, созданию выделенных полос, увеличению количества подвижного состава. Предложенная реформа – процесс не быстрый, проходить будет поэтапно, и в конце концов он должен привести в порядок транспортную схему, которая сегодня явно работает с большими пробелами. Сотрудники полиции в Рязанской области пресекли масштабное культивирование конопли и изготовление марихуаны. Задержан 57-летний мужчина, впрочем, это был всего лишь эпизод череды странных увлечений. Два ведерка на этой фотографии отнюдь не со специями. В полицейских отчетах это обозначено как готовая марихуана. Произведено, естественно, из кустов конопли. Полицейские емкостью взвесили, как итог, чуть больше 1,5 килограммов. Урожай собрали на участке 57-летнего жителя села Напольные Выселки, что в Михайловском районе. Сотрудники полиции получили информацию, что 57-летний житель Напольные Выселки Михайловского района не только употребляет наркотики растительного происхождения, но и в больших масштабах занимается выращиванием конопли. Оперативники нанесли визит в домовладение сельчанина и провели санкционированное судом обследование. В помещении бани они обнаружили несколько емкостей с готовой марихуаной общей массой 1 килограмм 632 грамма. Там же в подвешенном состоянии сушились многочисленные кусты конопли. Полицейские рассказали, что злоумышленник вел себя осмотрительно. Нашел заброшенный земельный участок и засеял там мини-плантацию. Само собой, полицейские наведались и туда. На огороде не очень юного натуралиста нашли десятки кустов каннабиса, а в помещении сорванные растения. Заброшенную постройку мужчина использовал для высушивания и хранения конопли.
Всего полицейские изъяли больше 25 килограммов наркосодержащего растения. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Старой доброй 228 части 2, а также незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Суммарно ему грозит до 10 лет лишения свободы. Схожая история произошла в деревне Полково. Там 60-летний местный житель держал в доме корзиночку с марихуаной. Общий вес почти 700 граммов. Говорит, запасся на осенне-зимний сезон. Все для личного пользования. Попал в октябрьскую статистику и рецидивист. И ведь назначил суд ему условное наказание за культивирование наркосодержащих растений. И вроде бы надо подуспокоиться. Но нет, полицейским стало известно, что он продолжает заниматься незаконным оборотом наркотиков. При личном досмотре полицейские нашли у мужчины 3 грамма марихуаны. Дома еще 200 с небольшим граммов. Аккуратно лежали в холодильнике. В отношении каждого злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело все по той же народной 228. На финал областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2023» в Рязани собрались 9 команд, в том числе из Касимова, Скопина, Сасова. Ребята проверили свои силы в номинациях «Знаток правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности». На фигурном вождении велосипеда юидовцу предстоит проявить свои практические навыки управления велосипедом. Вот это начальная станция, это змейка. Здесь ребенок должен проехать, ну, не то чтобы лавировать, между сторонами, и быстро, и одновременно аккуратно, потому что за сбитие стойки начисляются штрафные баллы. После ворота на координацию, станция «Жёлоб» на равновесие. Все это финальный этап конкурса «Безопасное колесо» под названием «Фигурное вождение велосипеда». Вот у нас участница сбила столбушок при начале движения и после, на следующем этапе, тоже сбила часть заграждения. Какие штрафные санкции ей за это грозят? Каждый участник начинает с бонусными очками в 25 очков. При прохождении данного упражнения, фигурное вождение, да, у нас за касание ногой, за выезд за пределы какого-либо элемента и сбивание тоже определенного элемента начисляется 1 штрафной балл. На этом этапе 9 команд юидовцев со всей Рязани соревнуются за выход в финал. Сейчас на старте у нас команда из Скопина. Людмила, здравствуйте. Вот расскажите, сколько сегодня участников вы представили, что это за ребята? Моя команда 4 человека. Это победители городского муниципального этапа «Безопасное колесо». Вот, поэтому решили покорить. Вот, приехали на область. То есть Скопин, Рязань, сколько здесь всего команд и что ждет победителей? Здесь собрались представители многих районов нашей области. Всего сегодня приехало 9 команд, 36 детей. Это победители первого онлайн-этапа нашего конкурса. Как бы, можно сказать, лучшие знатоки правил дорожного движения в Рязанской области. Внимание. Мы прошли, наверное, самую динамичную станцию сегодня. Это фигурное вождение велосипеда. И дальше продвигаемся к двум другим теоретическим станциям. Знаток ПДД и безопасный маршрут в городе. На обоих детям нужно будет применить свои теоретические знания. Касаемо вот именно специфики правил дорожного движения. 10 вопросов на знание ПДД и построить безопасный маршрут от дома, например, до школы, как выпадет в билете. Если с этим этапом все понятно, для детей это важно, то вопросы из экзаменов куда сложнее. Наша съемочная группа тоже попробовала свои силы, тем более, что в госавтоинспекции пообещали, что водительское удостоверение за неправильные ответы не отберут. 10 вопросов на каждые 30 секунд. Отдаем на проверку. Молодцы, хорошо справились, у вас 9 баллов. Неплохо. А по сравнению с результатами детей, как это? Лучше, хуже, так же? У детей получше было. Финал будет 20 октября на этапе «Первая медицинская помощь». Лучшая команда отправится на всероссийский турнир «Безопасное колесо». Олимпийский вид спорта, который требует максимальной собранности и холодного ума, а также точности движений и быстроты реакции. В последние годы спортивная стрельба в регионе набирает популярность. Снайперы из Рязани все громче заявляют о себе на российских турнирах, а некоторых даже приглашают в сборную Москвы. Как, например, героя нашего репортажа Евгения Гамезу. Воу!
Хороший стрелок – это идеальный человек, который сохраняет самоконтроль над собой. Он выходит на стрелковый номер, становится, заряжает, принимает положение для изготовки. И после команды «дай» нужно организовать встречу тарелки и дроби, вывести в упреждение. Вот. А до этого нужно считать траекторию. Чтобы стать профи, Евгений прошел долгий путь. И хотя спортивной стрельбой он занимается не так давно, с ружьем знаком с 12 лет. Уже тогда пацаном его брали с собой на охоту. По окончании школы Евгений поступил в Рязанское военно-воздушное десантное. Служба даже в мирное время оказалась делом непростым. Евгению было 27, когда он лишился руки. У человека внутри всегда есть компенсационные механизмы. То есть, если он что-то не делает справа, он обязательно возьмет свою левую руку и заставит ее работать по-настоящему. Вот, собственно, я также поступил. Я немножко усовершенствовал свое оружие. Там, если вы заметили, да, я использую на цевье специальное приспособление. Вот. Это материал велькро или липучка. То есть на руке липучка, здесь липучка. Прилепляется, отлично держится. То есть ничего не мешает мне стрелять. На тренировке по стрельбе Евгений стал ездить благодаря своему увлечению охотой, поднатаскать точность попаданий, да и просто занять себя в межсезонье со своим сослуживцем Александром. Они вместе еще со времен десантного училища. Евгений приступил к тренировкам. Получаться стало все лучше, и в этом году, в августе, спортсмена пригласили поучаствовать в соревнованиях на Кубок России в Подмосковье, где он занял 3-е место. Тут же талантливого стрелка из Рязани пригласили в сборную паралимпийцев Московской области. Мол, и снаряжение выдадим, экипировку, и все поездки, сборы, соревнования оплатим. На это Евгений ответил однозначным отказом. Принципиальная позиция спортсмена – представлять именно Рязань. Я здесь учился, здесь мой учитель, который уже 1,5 года с нами нет, Виктор Иванович Миронова. Вот. Который, в общем-то, мне объяснил, как стрелять, куда стрелять и как попадать, самое главное. Стрелковый спорт в Рязани сегодня переживает свой подъем. Сильных спортсменов в последние годы все больше. Буквально за 2 сезона многие представители региона получили звание кандидатов в мастера спорта. А некоторые из них уже планируют в следующем сезоне взять главную вершину. Эти успехи, они обусловлены тем, что наш руководитель, который не так давно скончался, к сожалению, скоропостижно. Виктор Иванович Миронов – это наш учитель, человек, который давал нам мазы стендовой стрельбы. Он правильно нас готовил, правильные вещи нам рассказывал, и мы их усвоили, и сейчас продвигаемся. И делаем хорошие успехи. В минувшие выходные Евгений Гамеза в общем зачете занял 2-е место в соревнованиях, посвященных памяти Виктора Миронова, своего учителя здесь, на родном для себя стенде. В своем классе среди рязанцев он пока единственный. Хороший стрелок у нас и в общем зачете, и в своем классе это Евгений Гамеза. Он молодец и очень хорошо продвигается. Вот в этом сезоне он попал на пьедестал на кубке страны. И своим примером Евгений демонстрирует: сдаваться никогда нет причин. Вообще, я бы очень хотел, чтобы все инвалиды, которые сейчас у нас появляются, да, они узнали о том, что есть такой способ реабилитации, это занятие паратрапом. Паратрап – это стрельба на траншее для инвалидов. То есть у нас есть 3 категории. Это спортсмены с поражением верхних конечностей, так называемая СГУ, спортсмены с поражением нижних конечностей, СГЛ, и спортсмены, стреляющие из коляски инвалидной, то есть СГС. Вот в этих 3 соревнованиях проходят на международном уровне, то есть в Саудовской Аравии были соревнования, в Хорватии часто проходят, в Италии. В общем, у меня мечта как-то постоять за Россию на таких соревнованиях. Воу! Всероссийский молебен о победе стартовал 6 мая этого года в Георгиевском храме в Москве. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день, в 1945 году, прошли последние боевые действия в Берлине. Принято считать, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута милостью Божией и под покровительством Георгия Победоносца. Ковчег с его мощами прибудет в Рязань уже завтра утром в Борисоглебский собор.
Молебен о победе русской армии в специальной военной операции прошел уже более чем в 80 городах нашей страны. Уже в эту пятницу ковчег с мощами Георгия Победоносца, покровителя воинства, привезут в Рязань. А это значит, что и у жителей нашей области будет возможность не только помолиться о бойцах у святыни, но и прикоснуться к ней. Завтра в Рязань привозят частицу мощей, которые будут олицетворять поклонение, наше поклонение к Богу. Через Георгия Победоносца мы поклоняемся Господу Богу для того, чтобы он нам помог во время проведения специальной военной операции на Украине, для того, чтобы мы смогли победить, потому что сейчас 54 страны встало против нас. Прикосновение к чудотворным мощам как бы прикосновение и разговор с самим святым, уверены представители церкви. Во времена тяжелых потрясений русский народ всегда обращался к Богу. Духовная поддержка там, на новых рубежах, нашим бойцам просто необходима. Мы обращаемся с молитвой, обращаемся к Господу Богу, а через Георгия Победоносца мы просим его, чтобы победа была нашей, победа была за русским народом, победой была за русским православием, победа должна быть за людьми, которые поддерживают нашу веру. Встреча святыни пройдет 20 октября в 7:30 утра в Кафедральном соборе Бориса и Глеба. Сразу после начнется божественная литургия. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.